Всем доброго времени суток. Получил вид на жительство иностранного гражданина Российской Федерации по городу Москве. Вот такой чехол приобрел, рожден в СССР. Вот как выглядит сам вид на жительство. Здесь серия, ну я заклеил красными цифрами. На третьей странице прописка МВД России, вот по району Бирюлево Запада, город Москва, регистрация места жительства, город Москва, до какого числа годен и дата выдачи. Здесь нету номеров, здесь номер на седьмой странице. На девятой странице срок действия вида на жительство продлен. Но я продлевать тут уже ничего не собираюсь. Я подал документы на гражданство, заявление. Все приняли. Смотрите видео в профиле. Здесь также 10-11 продлен. Подавал заявление о гражданстве по упрощенному порядку. В 2020 году с июля. Или с июня 24 числа новый закон вступил в силу о упрощенном порядке без отказа от основного гражданства. Так, страница 14-15, фотографии детей, и тут дети вписаны, вид на жительство. Вот. И 16-17 страницы, вот само вид на жительство. Номер принято решение. Подпись, фамилия должностного лица. Соответственно, я заклеил. Фотография. Здесь фамилия и отчество на латинице и на основном языке. Вот. Беларусь. КУ МВД России по городу Москве. Сам весь номер. Красно. Вот. Такое вот заявление. Тьфу ты, заявление. Документ. Российская Федерация, вида на жительство иностранного гражданина. Смотрите также видео другие в профиле. Заявление, бланки принятые, которые о подаче самого заявления вида на жительство. И также бланк заявления о гражданстве, прямо в гражданство иностранного гражданина. Всем спасибо за просмотр. Всего хорошего, всего доброго. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду со временем разные ролики выкладывать. Всего доброго.